Вот такие вот у нас тут пироги. 15.62 не может приехать уже 2 часа. Просто тупо не берут трубку. Потекло все нахер. Проводка загорела. Вот оно течет. Хотя вода вон тоже. Сорвано. А кто это тут повесил такую новую печать? А вот лежит рубероид. Это номер телефона нашей любимой службы 1562. Позвоним. Прошло уже 2 часа, как мы туда звоним. Здравствуйте. Вы позвонили в городскую диспетчерскую службу 52. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Диспетчерская, 10-я, слушаю. Добрый день, девушка. Добрый. Подскажите, пожалуйста, Октябрьской революции 5 у нас... Полностью протекла крыша до первого этажа. Сейчас как адрес называется? Москалевская 5. Минуту. Москалевская 5, квартира. Квартира? Какая? Да. Подъезд. Первый. Этаж ваш. Этаж третий. Скольтиэтажный дом? 9-этажный дом. А какой это медицинский? Район. Червонозаводский. Фамилия, имя, отчество. А какое это имеет значение? Ну, я принимаю заявку. Мне для личного любопытства не нужно ваше имя, отчество. Или вы отказываетесь от приема заявки? Нет, давайте подавать. Ну, так говорите, у нас шквал звонку. Ваша фамилия, имя, отчество. Хорошо. А Сергей? Ну? А Сергей Петрович? Течет кровля. Течет до первого этажа. Перегорело несколько квартир. Передаем ее. Всего доброго.